У меня профессор Павилов в гостях. Я хочу с ним поговорить на одну очень важную тему. А он только пришел. Сколько у тебя там было студентов? Сегодня уже измучился с этим преподаванием. Вон там. Самое главное, что... Окошечко аппарата. Те люди, которым ты что-то говоришь, им это совершенно неинтересно. Другой мир, другое поколение, они нас не понимают, нашего языка не понимают. А что ты им такое говоришь, что они тебя не понимают? Они вообще не понимают то, что нас, например, может интересовать. Потому что это другое поколение. Они вот так вот понимают. Формулы они не понимают. Ты что им рассказываешь, что они тебе понимают? Я рассказываю то, чему нас учили. Математика там. Так как же можно математику не понимать? Зачем у них? Все в компьютере. Если что нужно, они в интернете найдут. Им не надо ничего. Поэтому у них нет вот этого любопытства, которое у нас всегда было. Так может они любопытство имеют и там в интернете? Но у них любопытство, что это такое очень просто удовлетворяемое любопытство, которое не требует. Ну вот, например, были охотники, которые миллионы лет ходили на охоту. Да. И у человека выработался интерес вот выслеживать, ждать, откуда появится зверь, вот эта неопределенность. Mm. И вот этот инстинкт, он сохранился. Но этот инстинкт легко убить, если тебе зверь уже каждый раз... На охоту, на тебе зверя, можешь его взять. Подожди. Ты ловишь рыбу. Вот говорят, человек может бесконечно смотреть на движущуюся воду. И не хотят понять, почему. Да потому что исторически, если он не умел смотреть на движущуюся воду, не умел ловить рыбу, он должен часами смотреть на эту воду, а потом ловить рыбу. Смотри, как интересно, да? А если он это не умеет, значит, это племя вымирает. Слушай, ну вот насчет первой части, Саша. Насчет первой части, когда ты говоришь, что они вот могут любое знание вытащить в интернете, там миллион библиотек, там... Ну это убивает любопытство, вот о чем я говорю. Ну, мне кажется, например, я вот работаю... Зачем мне ходить на какую-то лекцию, если какое-то конкретное знание в плане моего самообучения, я же сам развиваюсь. И мне в институте, в котором я учился, мне не интересно были эти предметы. Может быть, ты хорошо, просто нам это не понять. Мы, например, привыкли из разговора получать информацию. Девушкам пишут письма. Ты как? А чё? Это вот мне моя студентка говорит, как дела у тебя? Ну, вы писали письма там. Саша, я понял. Это сейчас очень, извини меня, да? Сейчас это очень важная проблема. Непосредственно общение нужно или нет, обратная связь и прочее. Десятое, компьютерная лекция, цифровизация, я это все понимаю. Ну вот ты сейчас упомянул насчет рыбалки. Меня это сильно заинтересовало. Почему? Потому что я как раз сейчас занимаюсь формулой ФА. Кстати говоря, у меня был Боря, а он актер. Малый драматический театр в Москве. Ну, мой друг. Ну, он моложе, конечно, нас, и он не профессор, как ты. Ну, очень талантливый парень. И он, значит, мне сказал, что твоя формула ФА, говорит, мне, говорит, проассоциировалась с нотой ФА в октаве музыкальной. То есть это же нота ФА в музыкальной октаве, нота перелома одного уровня сразу на другой, качество там. И вот эта нота ФА, я вот сейчас вот занимаюсь этим перелом состояния человека на состояние, когда он может решать многозадачность, задачи такие, альтернативные. И ты когда вот, это очень важно для ситуации неопределенности, ты когда сказал про рыболова, который сидит там, там же неопределенная ситуация. Ну, да? Конечно. И это вызывает интерес. Если бы это не вызывало интерес, то, говорится, племя-то вымерло. Вот мне всегда нравится, когда люди говорят, можно смотреть на движущийся огонь. Да много чего движется, но на огонь надо смотреть для того, чтобы сохранить огонь. Если племя не умело сохранить огонь, если дежурные, так сказать, ночью его убивали за это. Поэтому волей-неволей, вот мы сидели в молодости у костра, и мы смотрели на него всю ночь, потому что инстинкт такой, мы можем действительно смотреть, подкладывать огонь. То есть эти инстинкты, инстинкт вот неопределенности, он сидит в нас. Если ты не можешь смотреть долго на огонь, значит он погаснет. Он погаснет. Значит тебя убьют завтра, твои соплеменники. А для того, чтобы долго сидеть, смотреть на огонь, надо невольно переходить, быть способным засматриваться на огонь, и при этом так часами сидеть. Я думаю, что это какое-то даже гормональное выделение. Вот как азарт какой-то. Вот какая карта выпадет? У людей же азарт, они болеют этим, да? Неопределенность там появляется. Да, и, видимо, дефицит информации, неполная информация, да? Это связано даже с какой-то химической реакцией организма.
То есть есть ситуация неопределенности, но сегодня это бешеная неопределенность. Но это как бы в грустном смысле. А я имею в виду, вот, например, охота. Вот это состояние охоты и азарта. Он боится зверя, он напряжен. При этом выделяются, ну, все, начиная там с адреналина и другие вещества. Для чего они вообще нужны? Для повышения работоспособности. Слушай, если его укусит, то у него свертывается кровь. Я тебе пример приведу, очень смешной, но мы уже взрослые люди. Короче говоря, мы там разговаривали с одним парнем по скайпу, я имена никогда не называю, потому что это, как говорится, врачебная тайна, да? Но он занимается анонизмом, и он хочет избавиться от этого. Но чему он говорит? Почему все-таки, когда женщины все-таки интереснее, когда она тебя гладит, чем когда сам? А вот сейчас ты мне сейчас сказал об определенности, неопределенности, я теперь ему отвечу почему. Потому что неопределенность есть. Потому что, конечно, в следующий момент есть неопределенность, а когда сам тебе все заранее известно, и поэтому тебе немножко скучно, да. Я его лежу нашел, ты молодец, да? Ну вот эти все вещи, вот я говорю, академик Галин Лев Александрович, известный ученый в свое время был, он заведовал отделом прочности в проекте Курчатов. Молодежь не понимает, кто его Курчатов, но мы-то понимаем, что это было спасение страны, создание атомной бомбы и прочее. И вот, значит, он нам как-то рассказывал, что даже вот разгадывание кроссворда, ну это глупейшее занятие, но оно вызывает некий азарт у людей. Многие тысячи людей занимаются этим, потому что мы не знаем, что там получится. Да. Это не просто, да, сложите 256 и 644. Ну, это сложно, но это известно, что должно получиться. А то есть вот это постоянная встреча с неизвестностью. Она как бы возбуждает вот даже, видимо, на химическом уровне. Да. Что вот эти, почему азартные игры у многих людей вызывают заболевания? Потому что он привыкает, что у него этот адреналин выделяется. Ну и на футбол тоже там не определенность. На футбол тоже выиграет. Да, абсолютно не определенность. Они же не знают, почему смотреть футбол невозможно в записи. Да. Даже не зная счет, все равно он знает, но уже счет-то уже известен. Да. Я его не знаю. Но, а вот новое это другое ощущение. Да. А вот что я как раз хотел перейти как раз хотел к вопросу о том, что вот эта способность решать вопросы, в которых много неопределенности и мало времени для их решения, в условиях жестких временных ограничений. Ну, например, тебе одновременно надо там по скайпу помощь человеку оказывать, и тоже тебе кто-то звонит и говорит: «Саша, ведь у Хасая день рождения, 4 марта, давай ему банку варенья подарим там». А ты в это же самое время тебе надо доклад завтрашнего выступления выступить и готовить. И одновременно еще что-то, да? Это раздражает. И надо, чтобы... И причем в каждом этом канале размышлений свои неизвестности, ответственные моменты. Где банку варенья сейчас взять на день рождения, да, срочно, да? Момент, когда надо готовиться. Ну, короче говоря. И вот эта многозадачность, когда одновременно надо, вот как ты говоришь, вот у кого была такая способность? Юлий Цезарь. Юлий Цезарь, да? Про него говорили, что много. Ну, таких очень мало людей. Писать, разговаривать. Это мысль так специально учиться. У меня директор был Петросян в Армении, 150 килограмм веса, одновременно. Вел заседание, одновременно слушал, двух телефонов разговаривал. Одновременно выслушивал какого-то инженера, одновременно подписывал документы и одновременно спал. Ну, я и богу, да. Ну, это вообще потрясающий мужик был, да, Петросян. Ну, 15 тысяч женщин там микросборкой занимались, а я как раз таки им обучал их, чтобы они не уставали. Хасан Хамидович, у меня была подруга, у нее двое детей, и ей вот нужно, если по телефону звонит, катастрофа. В 7 дня я варю макарон. Для нее это сверхзадача. Дети уже все. Невозможно ни на минуту отвлечься. Вот она такой человек не умеет. Не умеет. Для нее это недоступно. Да, то есть одни кто-то умеет быстро переключаться, да, и держать поле внимания несколько моментов. Но требует напряжения. Да, требует напряжения. А теперь, потому что там же еще и неопределенность, она сама поднимает. То есть, а я как раз занимаюсь чем? Ну, вот эти вот после терактов, когда вот выводил из острого состояния шока и готовил людей на войну, и готовил людей на соревнования международные и так далее. То есть там же есть постоянная неопределенность. Конечно.
И причем там очень часто возникают моменты, когда настолько все разбалансируется, неадаптированность, допустим, часовые перелеты, там, часовых поясов, постоянная встреча с неопределенностью. Я уверен, что сейчас школьников там надо учить в большей степени. Именно работы с неопределенностью. И студентов работать. Давай мы твоим студентам методику подкинем, какую-нибудь распечатаем. Да. Движение делали. Да, это была форма лифа, да. Вот сделать движение. То есть я даю делать просто несколько механических действий повторяемых, альтернативных. Которые плохо, казалось бы, сочетаются друг с другом. Которые логически никак не сочетаются, да, и причем имеют каждый свою ритмику, да. И человек должен делать несколько несочетаемых физических упражнений по этой формуле ФА. И по этой формуле ФА он выскакивает такое состояние, когда он это может делать на автомате. Да. Настолько это его достало, что... Да, что это ему легко делать, да, что это легко ему делать. Да, и это потрясающая штука, потому что после этого человек хочет горы свернуть. У него возникает, он 2 минуты делает вот эти упражнения, да кто бы это ни был. Ему предлагаешь просто, ну сделай это, сделай это, сделай это, сделай это. Они альтернативные, как альтернативные задачи в жизни. И они у него никак не складываются. И когда он пытается их сделать, он раз автоматически выскакивает на такое состояние, когда он начинает это делать, у него улыбка до ушей, он говорит, что это я так легко это все делаю. Потом я его спрашиваю, ну что ты чувствуешь? Горе могу свернуть, давай говорить. Я говорю, что давай ты. Ну вот он уже как Цезарь теперь. Вот интересно, если бы его сейчас проверить на его многоканальность. Как он может, ну, по-моему, на таком уровне, когда выскочил из рамок какой-то конкретной задачи, и ты как-то мне рассказывал пример, как один начальник может управлять 7 человеками. Ну, да, какие исследования проводились, что вот так нужно строить так систему управления, чтобы у тебя подчиненных было не более 7. Почему 7, не знаю, но 7 вообще какое-то такое магическое число. Да. Наверное, уже это 7. И поэтому, значит, иначе он начинает себя чувствовать, сходить с ума, он не может управлять, он будет метаться. А так он то есть он должен делегировать свои полномочия, замов и так далее. Его непосредственно подчинение. А вот если бы ему дать вот эти упражнения, которые тренируют навыки такие, качества, решать такие вот, где объем внимания сразу увеличивается, для него 100 человек управляет. Уже не будет вызывать такой неопределенности. Сразу появится определенность, потому что на этом уровне. Ну да, но по-другому. Все-таки вот исторически вот армия организовывалась. Какой бы ни был Цезарь, но у него все равно есть там руководитель легионов или чего там, и потом уже когорты, потом уже кто. То есть обязательно полк, дивизии, там все. А вот смотри, структура. У нас был Суворов. Ну, каждым солдатом все-таки не руководил. Вот смотри, Суворов был, да? Очень важный момент, вот отвечая на этот вопрос, что очень трудно было бы ему объяснять каждому солдату, даже его командиру, который под Суворовым, объяснять каждому солдату каждый шаг действий, какие нужно делать. Они бы все запутались. То это делать, то это делать, то это делать. Это полная неопределенность. Но он на другом уровне объяснял. Врага надо разбить. И они под этот уровень, у них включались те ресурсы, где им сама природа помогала во многих случаях, как это делать. То есть по существу есть стратегия, если дух победы тобой движет, то ты уже выскочил из необходимости в этих узких рамках конкретно. Да. Поэтому тот директор, который выскакивает на этот уровень, а мы ему можем дать эту формулу ФА, то он может стать людьми руководить, потому что на этом уровне у него генерируются совершенно другие идеи управленческого другого характера. Уровня, другого уровня, конечно, конечно, конечно. Так этим же и полководцы отличались. Да. Да. Да, как говорил Жванецкий, ты им в окно к
контакт, они те со двора, есть контакт, от винта они, и все закрутилось, говорит. Все ставит перед ним крупную задачу, понимаешь. Жванецкий же улавливал такие вещи с помощью остроумия. Говорит, чтобы нашим народом руководить, надо с утра немножечко принять. Когда ты выходишь над уровнем. Ну, правильно контакт, сказал, правильно? Да, потому что и у меня тоже, когда я по формуле ФА предлагаю человеку делать несколько альтернативных движений, и он выскакивает на состояние, когда он их уже может делать на автомате, на самом деле его состояние, когда потом спрашиваешь более, он на самом деле как будто 50 грамм. Как будто 50 грамм. Тоже Звонецкий был прав. На этой ноте, короче говоря, друзья, мы с вами еще встретимся. Потому что, чтобы говорить о том, что такое нота ФА, и как развивать у человека и у студентов, и обучать детей навыкам, ну, сдавать экзамены, и там, готовиться к соревнованиям, к переговорам, ходить на свидания успешные, беседы, чтобы были продуктивные, интересные для всех. Для этого всех, как раз таки, надо по этой ноте ФА не одну беседу провести нам с вами, а несколько, и привести несколько примеров, для чего это нужно, как это делать. Это же серьезное революционное научное открытие, особенно в области практической психологии. Привет!